В первый день трудовой доблести Пензы Заречный присоединился к международной акции «Сад памяти». 27 молодых кленов высажено в больничном городке медико-санитарной части номер 59. Это довольно-таки значимое мероприятие, которое призвано увековечить память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину. «Сад памяти» – международная акция. В ее рамках планируется высадить 27 миллионов деревьев по всему миру в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Память – это самое главное, что надо сохранять. Я говорил уже об этом, то, что ветеранов остается все меньше. Важно сохранить память о тех людях, которые отстояли свободу и независимость нашей страны, отдали жизнь, потом ушли от нас. Поэтому все это должно просто напоминать о тех людях и о тех жертвах, которые понес советский народ. Инициаторами проведения третьей городской акции «Сад памяти» стали работники медико-санитарной части номер 59. Их идею поддержало руководство Заречного. Откликнулись и неравнодушные горожане. Мне так кажется, что это самая главная акция, которая проходит, чтобы память наших предков сохранилась у наших детей, у нас, чтобы каждое дерево, которое было посажено, чтобы росло, и наши дети, внуки помнили о том, что о погибших людях в этой Великой войне, которая была, которые героический подвиг совершили. Новый сад памяти появился в Заречном в годовщину присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести». В военное время жители областного центра старались обеспечить советскую армию всем необходимым, работали для фронта. И этот труд стал их вкладом в великую победу. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».